Предложен вариант строительства, комплексный подход, то есть строительство буны со стороны Хаджибеевского лимана, которая будет принимать все ветровые, ледовые нагрузки, подъемы, колебания уровня Хаджибеевского лимана. Дальнейшая отсыпка пространства, которое образуется между буной и так называемой сегодня объездной дорогой. Обустройство там так называемой набережной. Это позволит расширить объездную дорогу до 4 полос и обезопасить дамбу от прорыва в случае дальнейших колебаний объема воды. Первый этап — это было первоочередные противоаварийные мероприятия, которые предотвратили процесс суффузии, вымывания твердых частиц тела дамбы, ну и, соответственно, ее ослабление. Были проведены работы по обустройству бетонных матов. Под ними были установлены необходимые мембраны, проведена подсыпка соответствующими материалами. И это приостановило данные процессы на данном участке. Согласно технико-экономического обоснования, которое было разработано под проект первоочередных, следующим этапом должно было пройти процесс понижения уровня дамбы. То бишь был разработан проект строительства самотечного сбросного канала от Хаджибейской дамбы до Черного моря в районе завода резинотехнических изделий, так называемого Агарового завода. На данный момент проектная документация разработана. На него требуется порядка 360 миллионов. Мы эти деньги упорно ищем в министерстве, просим у области поддержать данный проект. Пока что ответов положительных не поступало.